Відеознімки сварки, а потім і драки супрацовники медіашотоінспекції виклали у інтернет свідки інцидента. Більш за 25 тисяч проглядів. Інспектори спробували висвітлити обставини ДТЗ у трьох мужчин, які знаходилися у пошкодженій машині, яка і знесла огорожу. Однак опошні кинулися у драку з правоохоронниками. Нічого не заставалося, як примінити у відказ сродки самооборони, пасти у рукопашну. У виніку тройка дебашерів затримана. Контингент далеко не самий законопослухмяний. Пытались скрыться с места происшествия, нарушали общественный порядок, вели себя агрессивно, провоцировали сотрудников милиции. Двое уже были неоднократно судимы за различные преступления, в том числе за угон транспортного средства. Один из них привлекался к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии. Медэкспертиза показала, у каждого из трех пьяных дебоширов по 2 промилле алкоголя. Это стан моцного опьянения. Мовляв, по бутельце горелки на человека. Теперь Державтоинспекция высветляет, кто из них находился за рулем и каким чином покарать виноватых. Махшима у додаток, говорка пойдет и про угон. Андрей Ястребов, Сергей Терешенко, Новин регион.